Сегодня в программе. Так да. Меня уберите, эти швы. Она ну, просто неадекватная. Успокойся и пойдем домой. Ваша честь, да я не могу, да что ты такой, что это за любовь-то такая? Свидетельство о разводе не является документом, подтверждающим окончание отношений с прежней семьей. Как отмотать все обратно, если понял, что тебя обманули и просто хотели нажиться на браке? Какое вы имеете отношение к личной жизни вашей бывшей жены? Да потому что я люблю ее до сих пор. Дура, она не понимает этого. Она все равно ко мне вернется. После развода молодая женщина занялась устройством личной жизни и познакомилась с мужчиной. Но бывший муж наложил запрет на эти отношения, считая, что только он знает, кто лучше подойдет его бывшей супруге. Забыла, 7 лет вообще не появилась. Так вы что, семья бы еще 20 ответчик. Ответчик, отвечайте на вопрос. Нет, не вижу. В каждой семье свои скелеты. И если муж изменил жене с ее родной матерью, вряд ли дочь сможет простить обиду, даже если сегодня мать уже беспомощна и беззащитна. Истец предъявляет иск о признании брака недействительным. Ответчик иск не признает. Слушается дело по иску о признании брака недействительным. Истец Мирзаева Наталья Викторовна, ответчик Мирзаев Алишер Бабурович. Пожалуйста, истец, изложите ваши исковые требования. Ваша честь, со мной произошла кошмарная история. Дело в том, что я познакомилась с гражданином Туркменистана. И, вы знаете, он такой красивый молодой мужчина. Он окружил меня потрясающим вниманием. Цветы, подарки, комплименты. Говорил, что мы будем жить очень долго, у нас будут дети. Что... Жили бы долго, Наташа, если бы ты не устроила весь этот цирк, который здесь сейчас происходит. Я поверила ему, понимаете, поверила и подумала, что я нужна ему. Хотя все вокруг знакомые и друзья мне твердили, что я намного старше, что он из Туркменистана, ему нужны мои квадратные метры, а не я сама. Понимаете? Да какие квадратные метры, ваша честь? И дело в том... Нет, нельзя, ответчик, истец выступает. То я поверила ему. Тогда меня невозможно было переубедить, я просто была влюблена. Действительно. Но потом... Нам надоело уже встречаться у знакомых по углам, и я решила выйти за него замуж. Но мои родители, с которыми я проживала в одной квартире, были категорически против. Им не понравился гражданин Туркменистана. И зря им тогда не поверила. А дело в том, что наша квартира поделена на доли. Одна доля моя, одна папы, одна мамы. Я вышла замуж. По одной трети? Да, да, одна треть. Я вышла замуж за этого человека и подарила ему... половину своей доли. То есть одну шестую. Да, одну шестую квартиры. Так. И прописала его. И вы знаете, сначала все было великолепно, действительно. Он носил меня на руках, опять цветы, опять кафе, опять подарки. Но это было ровно месяц. А ровно через месяц я прихожу домой и вижу у себя на кухне восточную красавицу, которая заявляет, что она Гульнара и что она жена моего мужа. И что у них 5 детей. Он заявлял, что у него развод. Что у него развод. Но я думаю, что это развод фиктивный, потому что он встречался. Я тебя люблю, это старые фотки вообще. Но я думаю, что на самом деле он, наверное, потерял свои документы и сделал новые. Потому что она заявляет, что он ее муж и 5 их детей. Может быть, он фиктивно развелся. Скорее всего, он развелся фиктивно. Брак, есть документы. Ваша честь, и вот еще у меня одно доказательство. Что это за доказательство? Дело в том, что я... стала уже разбираться, стала прозревать и решила посмотреть на его запросы в интернете. Что же я вижу? А в интернете у него запросы на то, как можно выгодно продать его долю московской квартиры. Вы понимаете? То есть он преследовал цель в нашем браке не счастье со мной, не создание семьи, а мои метры. Понимаете? Дело в том, что я была в конфронтации с родителями, не слушала друзей. Оказалось, просто я была обманута авантюристом и мошенником. Угу. Вот, ваша честь, можно я скажу?
Да, ответчик. Ваше отношение к иску. Передайте, пожалуйста, документы через судебного пристава. Я этот иск полностью не признаю. И да, действительно, у меня есть дети в Туркменистане и жена. Но с женой мы, да, с женой мы в разводе. Вот есть документы, которые это подтверждают. А вы истцу об этом говорили, когда на ней женились? Ваша честь, просто вы понимаете, я не хотел говорить это истцу, чтобы про пятерых детей? Просто не поднимать этот вопрос. Я с этой девушкой, с Гульнарой, в разводе. Да, действительно, я помогаю детям. Но это не имеет никакого отношения к Наталье. Я же не спрашиваю о каких-то мужчинах Натальи, которые были до меня. Давайте тогда поднимем этот вопрос. Нет, этот вопрос про алименты очень серьезный, ваша честь. Понимаете, ответчик, пятеро детей – это одна история. А пятеро мужей прошлых – это другая история. Ваша честь, пожалуйста. Потому что на пятерых детей нужно платить алименты, как минимум, если я вы плачу разводы. Эти алименты. И об этом нужно предупреждать вашу нынешнюю жену. Готова она к этому, не готова. Да ваша честь, я бы никогда не вышла за него замуж. Вы не знали о том, что у него дети? Нет, я не знала. Вы когда об этом узнали? Вот мне рассказала Гульнара, которая сказала, это наш теперь общий муж. Я старшая жена, ты младшая. Да не говорила она, что общий муж. Мы в разводе, она говорила, зачем обманывать. Она еще и старшая жена, а вы младшая. Да никакой не старшая, не младшая, правильно, кто? Она не говорила, это просто человек пришел в гости. Так, хорошо, объясните мне, ответчик, каким образом тогда ваша Гульнара оказалась в квартире истца? Ваша честь, она хотела, привезла детей, чтобы я увиделся с ними. Дети и тоже были в квартире? Двое только детей пришли, да. Поздравляю вас, истец, что только двое. В этом ничего плохого нет, это мои дети. Ну, конечно, ничего плохого нет. В разводе. Я показываю, вот в этом документ. Ничего плохого нет, когда женщина в курсе, что у вас пятеро детей, и они приедут из Туркменистана на ее одну шестую просто в квартире. Просто получилась такая ситуация, что они приехали, не предупредив меня, и поэтому и Наталья тоже не знала об этом. Я тоже не знал. Но, ваша честь, дело не в этом. Тут меня обвиняют в том, что 1/6 часть нужна мне. Зачем в Москве мне 1/6 часть? Чтобы в Подмосковье курятник купить, что ли, на эти деньги? Секундочку. Я не понимаю просто. И потом я ее очень сильно люблю и терплю ее родителей. Мама после меня постоянно в ванну или там туалет протирает спиртом. А почему ты про это не скажешь? Я же не говорю, что твои родители относятся ко мне так. Или отец бухает каждый день. Телек смотрит в стул, так, включает это к делу на всю не громкость. Относится. И ты знаешь, если бы мне нужна была эта 1/6 часть доли, я бы нашел побогаче и помоложе. Ты это прекрасно знаешь. Ваша честь, я хочу вот уточнить, что на 1/6 часть... Вы даже не обиделись, истец. Ваша честь, у меня чувства к нему прошли. Да на что обижаться, если меня оскорбляют и унижают здесь, позорят. Я потому что взрослая женщина, она на такую ерунду не обижается. Ваша честь, дело она в том, просто что... просит признать брак. Я хочу признать его недействительным, потому что это чудовищная моя ошибка. Конечно, я виню в первую очередь саму себя. Но дело в том, что на 1/6 часть в московской квартире можно в провинции купить целый дом, а в его ауле, извините, целую улицу. На нашу Наташу, на нашу любимую Наташу мою, я сделал дарение своего дома в Туркменистане. Я ей говорю, вот дом, поехали, горы, козы, лес, все прекрасно, как она любит. Да что ты такое говоришь? Зачем мне твой аул? И зачем мне твой дом? В смысле, зачем? Посмотри, посмотри, все дарение. Это вообще мне не нужно. Вообще мне ничего не нужно. Мне нужны мои метры. Подождите, моя квартира, ваша честь. Успокойся, пожалуйста, и вот это я люблю. Что такое-то? Да отстань, так меня убедит эти цветы. Ну что, цветы-то здесь при чем? Да при чем здесь... Просто она слушает своих родителей. Горы, успокойся, козы. И пойдем домой. Ваша честь, да улица. Я не могу, что ты такой, что это за любовь-то такая? Ваша честь, если вы мне не верите, я предлагаю пригласить Гульнару, которая расскажет всю правду о том, что мы в разводе, у нас нет никаких отношений. Пожалуйста, пригласите свидетельницу. Цветы подберите. Позовите, пожалуйста, свидетеля со стороны ответчика. Свидетель ответчика возьми. Что не день, то сюрпризы. Забери вот это мне не нужно, твои договоры. Я тебе подарил, мне понимаешь, квартиру. Мне не нужно ничего от тебя. Верни дом. Мне мое. Мое верни. Что тебе возвращать? 1/6 часть? Так, все, тихо. Это да. Позор. Свидетель, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Мирзаева Гульнара Анваровна. Я бывшая жена Алишера. Имейте в виду, я бывшая жена. И у нас совместные дети, не более того. Я приехала своему брату со своими детьми, чтобы Алишер увидел своих детей, не более того. А тут у нас скандал, и каждый раз какие-то угрозы от стороны Натальи. Я не могу понять, что происходит.
Ваша причина честь. Развода? Знаете, мы были молодые. Мне 15-16 лет, Алишеру тоже. Наши родители посчитали, что мы должны пожениться, и не более того. Никто не спросил, Гульнара, ты хочешь или нет? Просто мы не подходим с этим человеком, да, нас заставили, поженились. Да, есть дети, ну, слушайте, я не отказываю. Ну, слушайте, вы пятерых детей родили. Но, извините, ничего я себе же не могу своему организму как бы приказывать, что не надо детей. Но вы поймите, у нас совсем там по-другому как бы законы, не как у вас в России. Но я же ничего не говорю против Натальи. Пускай они будут счастливы, еще да, у меня есть прекрасные есть. Дети, и не более факт того. Еще? Какие факты? Наталья, успокойтесь, ваша честь, пожалуйста. Есть еще один факт. Наталья... Дело в том, что Алишер допустил большую ошибку. Ваша какую? Честь, ваша какую честь, Наталья, я уже который раз со своим собственным риэлтором. Это все обман. И этот риэлтор мне рассказал, что Алишер, ни о чем не подумав, отправился вместе с Гульнарой в Подмосковье искать дом. Ваша честь, это да все вранье. Я скажу, как часть было. Моей квартиры, нет, вы ваша понимаете? Честь, это обман, я слушать не собираюсь. У меня есть свидетель, какие ваша свидетели? Честь. Да, действительно, мы ездили в Подмосковье. Но ты знаешь, для чего мы ездили? Я хотел продать 1/6 свою часть, твою часть, и купить нам нормальную комнату хотя бы, но жить без твоих родителей, понимаешь? И это был сюрприз. Ну, ответчик, это испортила. Же тоже надо, наверное, согласовывать со своей женой. А подарок сначала говорят... вы не сказали, что у вас жена есть, бывшая, ну, с пятью подарок, детьми. Как? Если это бы ну, сюрприз, как вы, подарок. Ну, как вы без ИСа продадите 1/6 ее? Ну, я хотел сначала посмотреть, можно это или нет. Ну, детский сад. Поймите, если сходить... Дайте, пожалуйста, передайте документы. Это же ничего не означает. Вот это тоже, пожалуйста. Вы сговорились. Ваша честь, вы знаете, если этот человек, моя любимая девушка Наталья, не верит мне, давай сейчас мы поедем домой, позовем нотариуса, и я перепишу эту 1/6 тебе часть. Мне ничего от тебя не надо, ты понимаешь? Давай. Прекрасно. Давай. Замечательно. Замечательно. Вот и все. Суд удаляется для вынесения решения. Далее в программе. Какое вы имеете отношение к личной жизни вашей бывшей жены? Да потому что я люблю ее до сих пор. Дура, она не понимает этого. Она все равно ко мне вернется. Во время свидания с любовником женщина едва не стала жертвой пожара на собственной даче. Она обвиняет в случившемся бывшего мужа и хочет, чтобы он компенсировал убытки. Но истинный виновник еще не сказал своего слова. Забыла, 7 лет вообще не появлялась. Ну что, я бы еще 25 дней видела. Ответчик, отвечайте на вопрос. Нет, не вижу. Родная мать увела мужа и выгнала дочь с внуком на улицу. Как простить такое предательство? К чему привела развязанная самым близким человеком война? Узнаем в суде. Прошу садиться. Суд не вынес решение по вашему иску, истец. Очень сложно в этой ситуации принять решение однозначное. Я поверила ответчику. И, в принципе, сейчас я руководствуюсь исключительно своим внутренним убеждением. Я не считаю, что ответчик вступал с вами в брак без намерения создать семью. В то же время обстоятельства складываются таким образом, что можно подумать, что этот брак был недействительным, и его следует признать недействительным. Пятеро детей скрыл от вас тот факт, что он состоял в браке. То есть мнения однозначного сейчас у меня нет. Поэтому я дело откладываю. И в следующий раз, если вы придете в суд и будете настаивать на ваших исковых требованиях, возможно, суд вынесет решение. Вашу пользу. Возможно, нет. А сейчас мне просто даже самой интересно, действительно вы готовы подарить эту долю обратно вашей жене и попытаться сохранить ваши отношения? Дело отложено. Решение суда. Дело отложить. Ну вот сейчас мы выйдем из здания суда и посмотрим на действия Алишера. Если он в самом деле вернет мне мою долю, тогда посмотрим, что будет дальше. Но мне главное – вернуть мои квадратные метры, чтобы успокоились мои родители. А мы дальше посмотрим. Мне ничего не нужно от моей любимой девушки Натальи. Я отдам все, и дом в ауле, и подпишу вот то, что она на меня подписала, 1/6 часть, лишь бы просто Наташа была рядом со мной.
Истец требует от бывшей жены возмещения материального и морального вреда. Ответчик не считает себя ответственным за нанесенный ущерб. Слушается дело по иску о возмещении материального и морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Истец Кондратьева Елизавета Павловна, ответчик Кондратьев Сергей Владимирович. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Я хотела бы, чтобы вы взыскали с вот этого вот человека, с моего бывшего мужа, 200 тысяч рублей, в который включен моральный вред и материальный вред. За сгоревшую дачу 130 тысяч я прошу вернуть. То есть это материальный ущерб? Материальный, да, ущерб 130 тысяч рублей. И 70 тысяч за моральный ущерб, который он мне причинил. Итого 200 тысяч с вас. Дело в том, что мы с супругом разошлись год назад. У нас остался общий ребенок, наша дочь. Но он не дает мне просто проходу. Везде меня преследует, следит, контролирует. Это просто ужас какой-то. Невозможно так жить. А как ты думала? Произошла такая ситуация, что, ну, как любая разведенная женщина с ребенком, я захотела построить свое семейное счастье, свою личную жизнь. Нашла нового спутника. Вот. И в выходные мы решили поехать вместе на дачу, на мою дачу. Дочку я оставила своим родителям, бабушке с дедушкой. И ничего не предвещало беды, но уже при выезде, так сказать, из города на посте ГИБДД нас останавливают ни за что, ни про что, штрафуют. А дело рук моего бывшего мужа, я предполагаю, потому что он сотрудник полиции. За что штрафуют? Причем здесь моего твоего мужа? А ни за что. Потому что правила надо было нарушать. Слушай, какие правила? Ваша честь, я в полиции работаю не первый год. Приехали мы на дачу. На даче у нас все было хорошо, все нормально. Мы, знаете, ну как, решили устроить вечер с вином, танцами, свечами. И опять же, ничего не предвещало беды, но тут открывается форточка, влетает дымовая шашка в дом, начинаются клубы дыма распространяться. Мы выбежали со страху, побежали к соседям. От соседей вызвали пожарную, полицию. Угу. Ну и уже, значит, выходим к дому посмотреть, как там вообще, что происходит, насколько ущерб принесен дому от вот этих вот злодеяний. А там уже все потушено. И выходит мой бывший, значит, муж с огнетушителем. Все потушил. Я в шоке, пожарные, что он... приехали? Пожарные приехали, полиция приехала, но... Никого ни за что не наказали, заявление от меня не приняли. Ну, дача-то целая осталась? Значит, сгорел диван, сгорели шторы, испорчен потолок, испорчен пол, повреждена мебель, окна. Ну, то есть полностью вся комната... У вас есть, имеются какие-то документы, да, которые подтверждают, да, ваши требования? Да, у меня есть заключение эксперта все об ущербе имущества. Перепились не в адеквате. Готова вот вам предоставить. Скажите, а дача была застрахована? Вы знаете, эта дача мне досталась от отца. Угу. Он подарил ее мне, она полностью в моей собственности. Но, к сожалению, застрахована она не была, поэтому я, в общем-то, и прошу оплатить этот материальный ущерб. Скажите, истец, по что? Факту пожара было возбуждено уголовное дело? Происходило ли какое-то разбирательство? Вы знаете, ничего установлена не происходило. Установлена причина пожара? Причина пожара, значит, полиция не приняла у меня заявление, у меня есть вот жалоба. Почему? На органы полиции не приняли, сказали, что это случайность. Пожар по неосторожности случился по нашей вине по пьянке, с моим новым возлюбленным, что мы опрокинули свечи, возможно, и, в общем, по неосторожности. Ну а что же, не обнаружили дымовую шашку, если она была? Опять же, дело рук, я предполагаю, моего бывшего супруга. Да доказательства, да где? Что ты на меня все сваливаешь? Разъясняю вам, что бремя доказывания в суде лежит на той стороне, которая пришла в суд, собственно, доказывать свои требования. Поэтому я вас и спрашиваю, какие у вас имеются доказательства того, что к пожару имеет отношение ответчик? Что он виновен в том, что пожар произошел в результате того, что он бросил дымовую шашку в комнату. Доказательство налицо. Когда мы прибежали с моим, так сказать, новым молодым человеком к дому, он выходил из дома с огнетушителем, он оказался у меня на участке, только у него были ключи. Каким документом это зафиксировано, либо чем вы можете это подтвердить? Я могу подтвердить это лишь тем, что у него имеются ключи от моего дачного участка, и только он туда мог проникнуть. Пожалуйста, ответчик, ваше отношение к иску. Это моя жена бывшая, мы с ней год назад развелись. Я это поняла. Но она придумывает средь бела дня. Угу. Да, у меня есть ключи от дачи. Да, это я за ней наблюдал. Но вы были на месте пожара? Был на месте пожара. А как вы там оказались?
Потому что у меня есть ключи от дачи. Да, зачем я признаю, что я за ней следил, потому что я почувствовал, как вот у нее периодически это бывает. У нас срок, установленный судом, что я могу видеть с ее ребенком только не больше 3 раз в неделю. Да. Я почувствовал, что в очередной раз она поехала с каким-то там хахалем очередным ее, пытаясь на свою жизнь устроить. А ребенка ты неизвестно с кем оставила. Неизвестно с кем-то ребенка оставила. Со своими родителями, бабушкой с дедушкой. Она должна быть с матерью. Почему вы считаете, что ребенок не может находиться с бабушкой и дедушкой? Что есть запрет какой-то, нет, установленный судом? Ну а в чем тогда позиция дело? Позиция моя, ваша честь, что мать неизвестно с кем шляется. И оставляет... А это когда же, вы это имеете не, отношение к личной жизни вашей бывшей жены? Да какой потому вот что это? Я люблю ее до сих пор. Дура, она не понимает этого. Она все равно ко мне вернется. Ну вот, когда а если вернется, не вернется, то я будете... буду просто смотреть, чтобы какой-то более-менее возле нее нормальный человек был, а не всякий там шушер, это шантропа. Который с тобой а кто там... вам предоставил такое право контролировать и смотреть, кто рядом с вашей женой, бывшей? Да. Почему вы считаете, что вы имеете на это право? Да, может быть, я не имею, но я люблю его, понимаете? Что чувство к ней, не погасло. И кидаешь мне шашки. Ну что получается, что вы из ревности, что ли, дымовую шашку бросили? Да не кидал я дымовую шашку, вообще, я объясняю. Я поехал за ней на дачу. Приехал там. Так. Они, значит, со своим другом зашли в этот дом. Там у них начались эти шуры-муры. Так. И вдруг я наблюдаю, что из там тень, из тени откуда-то выходит еще один человек. Угу. И кидает эту шашку. Что же вы этого человека не догнали? Догнал я его, ваша честь, и за руку схватил. И более того, он и здесь. И где он? Здесь, в суде он находится. Почему вот тогда в отношении него не возбуждено уголовное дело до настоящего времени, если он виновен в том, что он подверг жизни опасности? Вашей любимой бывшей жены. Вот объясните мне, да, пожалуйста. Потому что я пригласил специально его сюда. Вот. Слушаем свидетеля. Кто же? Пригласите, пожалуйста, свидетеля-ответчика. Свидетель-ответчика, войдите. Представьтесь, пожалуйста. Я Щербинина Ирина Григорьевна. Что вы можете пояснить по существу заявленного иска? Слушается дело о возмещении материального и морального вреда по поводу пожара и ущерба, который причинен дому. Ваша честь, да, я признаюсь, это я бросила дымовую шашку. Вот, поняла? Да кто это вообще? Тебе же только мужа сгнобить. Женщина, которая находилась в этом доме с мужчиной, этот мужчина является мой официальный муж. У нас 3 детей. Понимаете, поймите меня. С какой целью, я не буду вас понимать, с какой целью вы бросили дымовую шашку в окно? Я хотела предотвратить факт измены. Когда выключился свет в этой комнате... А не кажется ли вам, что если бы вы вошли в дом, то вы таким образом могли бы тоже предотвратить факт измены? У меня просто был на самом деле шок. Когда я увидела, когда они зашли в эту комнату и просто потушили свет, я просто потеряла контроль над собой. А я дымовая на шашка самом у вас деле... уже была на тот момент с собой? Я работала. Да, у меня была дымовая шашка. Не говорит ли это о том, что вы заранее решили бросить ее нет, в окна честь, дома? Нет, я работаю в ЖЭУ, и эти дымовые шашки мы используем для травли тараканов. И эта дымовая шашка просто случайно у меня была в машине. Но в результате именно этого предмета случился пожар? Нет, ваша честь, нет. От дымовой шашки не может произойти возгорание. Но когда на самом деле я увидела пламя из окна, я очень испугалась. Я испугалась, я не могла понять, откуда и почему это пламя. Скорее всего, может быть, это возгорание произошло от свечи. Я очень признаю свою вину. А я дачу спас, и мне хрен спасибо, слушай, да? Вообще, первый раз в жизни я вижу, кто это. Какой муж вообще? Ну, уже объяснила же вам свидетель. У него не было никакой жены. Ну как? Неужели это вы не видели? Козла, неужели вы не видели, крутила, что у него есть кольцо на правой руке? Ну как? Не вы было же никакого же... кольца. Ну что значит не было? Ну почему вы смотрите мне в глаза и врете? Ну вот признайтесь. Ты специально, да, разыграл сейчас вот это все? Что значит какая разыграл? Жена? Что у он нас свободный, у меня нас мужчина. 3 детей. Зачем? Вам что, мало мужчин свободных? Зачем вы с женатым связались? Вот скажите. Послушайте, я вас вижу, правда. Так, ну хорошо. Мне очень жаль. Свидетели, у нас заявлены о возмещении материального вреда. Получается, что фактически это по вашей вине произошло? Ваша честь,
Я признаю, да, я виновата. Я готова возместить весь моральный, материальный ущерб этой женщины. Готова. Все готова заплатить. Пожалуйста, только уйдите из нашей жизни. Я готова понести полностью наказание. Так вышло, правда. Я прошу вас прощения. Я правда не знала, что вы понимаете, вы разрушили мою семью. Ничего от вас не нужно. Суд удаляется для вынесения решения. С вот этого вот козла. А с меня за что? Вы понимаете? Далее в программе. Забыла, 7 лет вообще не появлялась. Так вы что, Сережа? Я бы еще 20 дней. Ответчик, отвечайте на вопрос. Нет, не вижу. В каждой семье свои скелеты. И если муж изменил жене с ее родной матерью, вряд ли дочь сможет простить обиду, даже если сегодня мать уже беспомощна и беззащитна. Оглашается решение суда. Суд принял решение иск о возмещении материального и морального вреда оставить без удовлетворения. Суд отказывает в удовлетворении иска, так как вред, причиненный личности или имуществу потерпевшего, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Об этом говорит статья 1064, часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. В данном случае в судебном заседании установлено, что вред имуществу истца причинен свидетелем. И свидетель в этом призналась в зале судебного заседания. Также суд учитывает, что свидетель высказал намерение погасить этот ущерб и выплатить и компенсировать моральный вред. В случае, есть, естественно, эти все обстоятельства будут изложены в судебном решении. Поэтому в случае, если свидетель откажется добровольно возмещать причиненный вред, у истца будет возможность обратиться в суд с новым иском, но ответчиком по данному иску уже будет выступать свидетель. Поэтому в иске отказано. Дело закрыто. Прошу всех встать. Что, съела? Решение суда. В иске отказать. Я все равно буду взыскивать сумму 200 тысяч морального и материального ущерба со своего мужа, но денег с этой несчастной женщины, конечно же, я не возьму. Жену свою преследовать не собираюсь, а по поводу взыскания 200 тысяч рублей пусть кого-нибудь еще найдет. Истец требует взыскания алиментов со своей дочери. Ответчик платить отказывается. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Здравствуйте, Ваша честь. Я вынуждена была обратиться в суд с иском о взыскании алиментов с моей дочери. Вот на старости лет осталась. Совсем одна. Ксения меня совсем забыла. 7 лет не навещает. Даже не знаю, где она живет, что с ней. Сама я очень сильно разболелась. И в один прекрасный момент на меня свалилось 1000 болезней. Самых тяжелых. Это и сахарный диабет, и гипертония. Да что ты прибедняешься-то, а? Живет как королева. В квартире 100 квадратов. Доченька, какая королева? Где вы живете? Живу. Живу в трехкомнатной квартире одна. Живете в трехкомнатной квартире? Одна проживаете? Одна. Какой у вас доход? Доход у меня пенсия. 21 300 рублей. 21 300 рублей? Но мне рублей. Не хватает катастрофически. Вы работаете? Денег. Нет, не работаю. Имеется ли у вас какие-то сбережения? Нет. Сбережения а кем вы нет. работали до пенсии? Кем? Педагога. Какие отношения у вас с дочерью вообще на протяжении жизни? Какие были отношения? Сколько лет вашей дочери? Ну, нормально. Ну, моей дочери 30 лет, но были нормальные отношения. Mm-hmm. В общем, я ее воспитывала нормально. Поила, кормила, заботилась. Окончила она школу. Я ей дала возможность права выбора. Ага, выставила меня из дома. Я не выставляла. Так, ответчик, чуть позже я вас выслушаю. Я просто дала тебе возможность войти в эту жизнь, нашу сложную. Кем работает ваша дочь? Кем работает ваша дочь? Ну, она в фирме работает, она очень хорошо зарабатывает. В фирме работает кем? Менеджером. Должность какая? Она менеджером работает. Менеджер? Да. Какой у нее доход, вам известно? Ну, у нее доход очень хороший, где-то в пределах 60 тысяч, около 60 тысяч. Угу. Вы требуете алименты в какой сумме? Ну, сумма половину.
Половину чего? Половину ее дохода. 30 тысяч вы хотите? Да, мне бы хватило. То есть вы считаете, что вам необходимы денежные средства в размере 30 тысяч плюс ваша пенсия, 21 тысяча 300 рублей. Но ну, пенсии а как не вы хватает. Считаете, молодой женщине достаточно будет 30 тысяч для проживания? С ребенком, вашей честь. А, у вас ребенок? Ну, я думаю, да. Она молодая, здоровая, она может и подработать. Угу. И ипотеку. Документы передайте, пожалуйста. Через судебного пристава. Стойте на месте, через судебного пристава. Хорошо. Пожалуйста, ответчик, ваше отношение к иску. Я не согласна с Почему иском? Вы не согласны? Дети обязаны помогать своим престарелым родителям, нуждающимся в помощи, если им не хватает собственных денежных средств. Во-первых, у нее есть квартира трехкомнатная, 100 квадратных метров. Я предлагала 100 квадратных продать. Метров? 100 квадратных метров. Угу. Я предлагала продать эту квартиру, и замечательно бы на все хватило. Я плачу ипотеку на квартиру. Мы живем с сыном в квартире-студии 20 квадратных метров. Угу. И, между прочим, бабушка никак не помогает и не интересуется судьбой сына и дочери. И мне приходится платить половину от своей зарплаты за ипотеку. То есть какой ежемесячный платеж у вас по ипотеке? 26 тысяч рублей. А квартира, в которой живете, студия, это ваша, это квартира в собственности? Ну да, я ее приобрела вот в счет ипотеки. То есть я выплачиваю. А, вы же в ней же и живете? Я в ней же и живу, понятно. Да. Понятно. Угу. Так, и вы мать-одиночка? Да, я мать-одиночка. Сколько лет ребенку? Ему сейчас 13 лет, и ему нужно... Много денег на то, чтобы учиться, на то, чтобы обучаться. Алименты получаете? Нет. Почему? Потому что бабушка увела... Да никто не уводил. О чем ты говоришь, как Ксюша? Как это не уводил? Да о чем ты говоришь? Мужа вашего увела? Да, моего мужа она увела. Куда делся муж? Да не увела муж? Я. Истец, муж куда делся? А кто его знает, куда он делся? Зачем уводили, если по пути потеряли? И не знаете, где он? Почему на алименты не подаете? Ну, увела, увела. Алименты. Потому что я не хочу ничего брать ни от этого человека, который назывался моим мужем, ни от своей матери. Я привыкла к самостоятельности. Понимаете, ответчик, это не ваши деньги. Алименты выплачиваются на содержание ребенка. И это деньги вашего ребенка. Поэтому вы подумайте над тем, что все-таки гордость гордостью, но каждый отец обязан, каждый родитель обязан содержать ребенка. Вот и я о чем Скажите, говорю. Пожалуйста, как же так получилось, что ваша мама увела вашего мужа? Когда уже во взрослом возрасте я пыталась наладить с ней отношения, ну, во-первых, она меня выгнала из дома, когда я закончила школу. Да не выгоняла я тебя выгнала, из дома, мам, я все знала, тебе дала. Я дадут... тебе дала возможность быть самостоятельной ты в этой знала, жизни. Ты знала, что мне не дадут Мне тоже никто не давал эту самостоятельность. Не спорим. Извините. Она прекрасно честь. Знала, что мне не дадут общежитие, как городской. И она просто сказала, живи как хочешь. Я мыкалась по чужим углам. А вы жили в этой квартире? Вы были там зарегистрированы? Да, я была зарегистрирована. А сейчас вы там зарегистрированы? Она все оформила на себя в итоге сейчас. Ну я же не просто так на себя. Ксюшенька, милая моя доченька, и все равно, несмотря на то, что она так себя ведет по-хамски с матерью, меня оскорбляет и довела меня до такого состояния, все равно тебе эта квартира потом достанется. Я тебя довела до такого состояния. Конечно. Забыла, 7 лет вообще не появлялась. Так вы что, Сережа? Я бы еще 25 лет. Так, ответчик, отвечайте на вопрос. Нет, не вижу. Отвечайте на вопрос, да. Вы были зарегистрированы в этой квартире? Да, была. Потом она меня выписала, когда мне исполнилось 18 лет. То есть, соответственно, в судебном порядке выписала? Да. Угу. Ну так что с мужем-то? Хотела наладить отношения для сына, чтобы была бабушка. Думала, что, может быть, как-то хотя бы вот обо мне не заботилась, может быть, как-то о внуке позаботиться. Познакомила со своим мужем, и, ну и, соответственно, они как-то там... Да произошло просто недоразумение. Это... И три года это недоразумение длилось, уже да? Уже сколько лет прошло, уже пора бы забыть это. Это какое просто недоразумение, недоразумение это произошло? История. Истец, какое недоразумение произошло? Ну вот так. Она вот, недоразумение что называет меня то, выбрал. Что ну, увела. Ну что сделать? Я же тоже женщина. Любви все возрасты покорны. Угу. Извините. А то, что как внука без отца оставила. Вы да, что, жили нормально. Вместе потом после этого? Да, они жили вместе. Так, заявлен свидетель с вашей стороны? Да. Пожалуйста, пригласите свидетеля со стороны ответчика. Свидетель ответчика, войдите. Проходите, пожалуйста. Представьтесь. Клюева Галина Максимовна. Что вы можете пояснить по существу иска?
Ну, по существу этого вопроса, вот этой ситуации, которая... Во-первых, кем вы приходите с истцой и ответчику? Я соседка. Соседка чья? Я еще не закончила. Соседка Нелли Константиновны. Ага. Мы с ней даже одно время приятельствовали. Ага. Вот Ксюшеньку я узнала гораздо позже, когда она уже стала взрослой девушкой. А как давно вы живете по соседству с истцом? По соседству мы живем где-то лет 10. Ага. Вот. Ага. И вы знаете, я была поражена, когда узнала, что когда Ксюша закончила школу, после выпускного вечера мать сразу же ее выставила, да, за порог. Захотела. Типа, устраивай свою жизнь как хочешь. Сама не хотела. Вы знаете, жить. У меня в голове семья. Это не укладывалось. Но Ксюша, несмотря на это, она выросла, ну, изумительным, да, замечательным человеком. Вы знаете, с Нелли, конечно, трудновато дружить, потому что она, ну, представляет себя типа барыни. Ксюша ее называет «мама у нас себе, королева». Ей все должны, ей такое. Все обязаны. Вот но, да. Несмотря на это, Ксюша все равно ничего пыталась... Ничего себе, я доверяла тебе, Дай, пожалуйста, я скажу, Нелли. Ксения пыталась даже как-то оправдать маму, наладить с ней отношения. И когда я ей жаловалась на очередной закидон Нелли, она говорила, ну она такая, ну что поделать, да, королева. Ну все равно ее оставлять нельзя. И я, говорит, счастлива, что на моем жизненном пути встретились люди, которые подставляли ей плечо, которые давали ей совет. Угу. И девочка стала, в общем-то, нормальным, хорошим человеком, правильным. Но самое страшное, вы знаете, случилось, когда вот, да, вот пытались с ней дружить. Она увела мужа у своей да родной уводила дочери. Я его, не уводила. Кровинушка, вы понимаете? И второй раз выгнала ее из дома. Ей было все равно, наплевать, где дочка. И дочка не одна, а с внуком. Ты разве мать, Неля? И вы знаете... Я когда вот это да, мать, случилось, я, мать, думаю, я была очень... Они приехали жить к бабушке, да, получается, они наладили к отцу. Наладили отношения. Старалась Ксюшка, это ее заслуга, понимаете? И то есть они проживали вместе, да? Они муж, приехали, ответчик, да, трехкомнатная квартира. И ребенок. Родился ребенок, да. Угу. И потом она, так сказать, увела зятя у и дочери. Опять выгнала ответчика вместе, ну, с ребенком тоже, да? Зятя она себе оставила, молодого хахеля, а дочка ушла с внуком тоже. Ну, я бы не сказала, что это есть. Естественно. Все я было... пыталась ее вразумить, Нелю Константиновну, как она себя по-хамски вела. Это же ужас. Да, у него было право выбора. Конечно. Она или я. Ты мать или кто ты? Просто ну, мне я мать, стыдно сейчас. Ну, я мать, я думаю о своей дочери, о ее будущем. Называть... Она одна у меня. Кем ты, кем ты будешь? Поэтому квартиру не размениваю. Где никуда теперь я молодой продаю. Твой мужик, а? Все равно ей все достанется. Ты уже нет. Где молодой? Ведь ты же тоже ему жизнь испортила. Так, спасибо, стороны. Все удаляется для вынесения решения. А как где он сейчас? В следующей программе. У нас была нормальная семья, родители любили друг друга, но в 14 лет отец решил уйти из семьи, вот к этой вот женщине. И ты не смог ему этого простить. Сын застрелил отца на охоте. Что это? Месть за то, что отец ушел из семьи, или просто случайность? Молодая вдова в случайность не верит. Я придумал, хорошо, взял бы медицинскую карту своей же жены, взял бы, прочитал, что там написано. После измены жены мужчина уехал в другой город. А когда вернулся через 2 года, то узнал, что жена умерла, а их общее имущество унаследовал ее второй муж. Есть ли шанс у бывшего супруга вернуть свою собственность? Гулярка хорошая у нас, вот она воспитанная, а это нет. Это вот нет. Плохо воспитанная. Нет, нет, это она испортилась тут. Замуж вышла и испортилась. Пенсионеры воюют со своей дочерью за дом в садовом товариществе. Родители утверждают, что жилье дочь купила на их деньги, а теперь всеми силами пытается избавиться от отца с матерью. Я тебе доверяла, я столько тебе открывала душу, тайны свои. Прошу садиться. Да, ну, я, Галина, не думала, что ты так поступишь. Тишина в зале судебного заседания. Тишина. Простите. Суд оглашает решение. Кровинушка твоя. Суд оглашает решение. Все молча слушают.
Суд принял решение иск о взыскании алиментов совершеннолетней дочери на содержание нетрудоспособной матери оставить без удовлетворения. Суд освобождает совершеннолетнюю трудоспособную дочь от обязанности содержать свою нетрудоспособную, нуждающуюся в помощи мать, так как истица надлежаще не выполняла обязанности матери. Суд выносит решение на основании статьи 87, часть 5 Семейного кодекса Российской Федерации. Кроме того, изучив материалы дела и представленные документы, суд усматривает следующее. Истица не уделяла девочке необходимого внимания и заботы. Также суд учитывает тот факт, что когда дочь была несовершеннолетней, практически сразу после окончания школы, мать выселила ее из квартиры и судьбой дочери больше не интересовалась. Также суд учитывает и недостойное поведение матери по отношению к дочери, которое фактически разбило семью дочери, так как мать вступила в близкие отношения с мужем своей дочери. Исходя из этих оснований, суд выносит именно такое решение, и в иске отказано. Дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. Очень тяжело и грустно от родного и близкого человека, единственной дочери, слышать такие слова ненависти. Очень тяжело. Я вообще не понимаю, каких алиментов хотела от меня добиться мать, с учетом того, что я одна воспитываю сына, поднимаю. Она даже не интересовалась никогда моей судьбой. И после всего вообще, что она сделала, чего она хотела, я не знаю. Прошу всех встать. Незнание закона не освобождает от ответственности. Вы сейчас поняли, что я сказала? Естественно, мы это все будем мозг делать. Включаете и защищаете свое право. Смотрите «Дела семейные», чтобы не совершить роковой ошибки. Истец, вы что, правда хотите на ней жениться? Правда. Слушай, мне кажется, что вы очень гармонично существуете. Может, вы не будете разводиться? Судья Елена Кутьина не вернет любовь. Я тебе не мать. Да, все, истец, я поняла вас. Не продолжайте. Но восстановит справедливость. В первую брачную ночь она обманула меня. Вы тоже ее обманули. Она рассчитывала, что будет брачная ночь, а ее не было.